Владимир Пудов был участником СВО, но вернулся домой после ранения. На своем опыте знает, что требуется бойцам, поэтому стал координатором фонда «Защитники Отечества» в трех районах области. У него более 100 подопечных, каждому старается помочь. Вот и в этот раз сопровождает военного, которому из-за семейной трагедии срочно нужно помочь с переводом в Самару. Вопрос такой серьезный стал, что у подопечного умерла жена. И тут остался, получается, в Самарской области ребенок. Вот решаем вопрос, чтобы перевести его в Самарский гарнизон, либо как-то уволить его с военной службы. С вопросом жилищного характера обратился в фонд ветеран СВО Евгений Радаев. Всю жизнь он провел на военной службе, поэтому жилье ему предоставляли. Своей квартирой за это время не обзавелся, поэтому просит оказать содействие в этом вопросе. Данный вопрос сейчас был прорабатывался. Пакет документов, значит, подтверждающий мой статус, я предоставил. И, соответственно, на этом уровне уже уполномоченного по правам человека, значит, сейчас вопрос будет продвигаться. Такие индивидуальные и сложные вопросы выносят на отдельные встречи с участниками СВО и их семьями. В них принимают участие, помимо специалистов фонда, представители областной и военной прокуратур, а также уполномоченные по правам человека в Самарской области, с которыми фонд заключил партнерские соглашения. Уже имеет практику определенную, когда мы сразу решаем эти вопросы на месте. Это те люди, которые непосредственно занимаются вопросами, теми, которые касаются участников и боевых действий специальной военной операции, членов их семей. В остальных вопросах, которые уже имели прецеденты или имеют быстрое решение, специалисты фонда оперативно помогают и сами. В центре есть квалифицированные сотрудники, которые оказывают необходимую бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям. У нас все юристы, которые принимают на территории филиала, естественно, не только оказывают юридическую консультацию, бесплатную юридическую консультацию, но в то же время они и составляют заявления, обращения, жалобы в другие органы. Соответственно, и помогают составить заявление и в те же судебные органы для обращения с каким-либо вопросом. Решение проблем ветеранов и участников СВО на особом контроле разных структур федерального и регионального уровня. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.